Во Фрунзенском районе хотят возродить знаменитый проект эпохи перестройки – будку гласности. Протестировать задумку решили у метро «Международная». В час пик у метро жителям предложили сказать все, что они думают о жизни в районе и о проблемах, с которыми они сталкиваются. Ну вот, например, вдоль этого дома 27-го идет дорожка, она не пешеходная, она не для транспорта, она шириной 15 метров. Там раньше ставили машины. Теперь тупо их в эти машины берут на эвакуатор и, значит, отвозят. А все, естественно, все автомобилисты перебрались во двор. Проект «Открытый микрофон» придумали сами журналисты в недавно созданном агентстве по работе с районной прессой. Задача – наладить еще один канал связи с жителями – прямой, доступный и оперативный. Каждый орган власти обязательно должны понимать то, чем дышат жители района, то, чем они живут, какие у них есть проблемы, что их интересует. И именно поэтому вот это одно из направлений, по которому мы работаем. Прочитать материалы, подготовленные по результатам проведенной акции, можно будет в апрельском выпуске официальной газеты Фрунзенского района. Если идея получит одобрение, то будка гласности станет работать ежемесячно.